Ну что, всем здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Сегодня 20 июня и события в стране Беларусь продолжаются, соответственно и видео про Беларусь вновь продолжаются. Сегодня мы рассмотрим последние события, которые произошли за 20 июня и 19 июня. Не будем долго тянуть и приступим к видео. Погнали! На этом видео видно, как люди с большими флагами передают привет Новогрудке от Новополоцка. На другом видео видно, как проводят небольшой опрос у людей про то, что Литва строит забор на границе с Беларусь. Далее видно на кадрах красно-зеленые люди на проспекте Победителей. На этих кадрах человек заснял, как вместо воды течет грязь, намекающая на заварку, и все это произошло в Глузке. Далее видим небольшую аварию, как автомобиль врезался в остановку или решил просто въехать в нее. Далее видно, как закрытие моста привело машин к гигантскому затору. На этих кадрах видим, как по улицам Минска гуляют люди с красными флагами. Далее произошла акция солидарности белорусов из Барселоны и Мадрида. Далее видим еще одну акцию солидарности, как белорусы Батуми с флагами решили выйти на акцию. И завершающее видео на сегодня — это жители поселка Сосны призвали освободить политзаключенных. Вот и все, дорогие зрители моего канала. На этом события завершены, всем спасибо за просмотр и всем до скорых встреч.